Всем привет! Вы на канале RetroMod 58. В сегодняшнем выпуске хочу сделать небольшой сравнительный обзор работы двигателя и внешнего вида старого Урала 73 года выпуска и Урала 1994 года выпуска. Ну, в принципе, начнем. Здесь у нас черный Урал. 94 год выпуска. Пробег его 751 километр. Здесь у нас Урал М66. 73 год выпуска с пробегом 948 километров. Оба мотоцикла в нетронутом состоянии. Не подвергались никаким ремонтам, никаким переделкам. Ну, у каких-то есть какие-то мелкие вмятины, царапины, но не более того. Одним словом, они не ремонтировались, не реставрировались. И, кстати, на каждый из этих Уралов будет отдельный обзор там, в последующих выпусках. Сейчас хочу именно снять звук работы каждого из них. Конечно, телефон. Снимаю на телефон. Все, может быть, не так передастся хорошо, как бы хотелось. Сразу скажу, мне больше нравится, как работает вот этот 6-вольтовый мотоцикл на мой слух, на мое восприятие он работает лучше. Гораздо мягче и тише, нежели 12-вольтовый. 12-вольтовый на электронном зажигании. Здесь, соответственно, 6 вольт и контактное зажигание. Самый такой допотопный образец. Ну, начнем. Заводим М66. Что-то капризничает. Вот он, звучок. В принципе, не слышно ничего, кроме звука всоса воздуха и выхлопа. Абсолютная тишина. Опять же, две трубы позволяют работать ему гораздо тише, нежели как одна более позднего собрата. Ни шума шестерен, вот этой генераторной шестерни ГРМ, ничего не слышно. Абсолютно тихий звук. Даже коробка абсолютно беззвучно работает. Так, этот мы послушали мотоцикл. Теперь переходим к его младшему брату. В принципе, работает неплохо, хорошо работает. Стабильно заводит с электронным зажиганием. Хорошо едет, прям замечательно тянет. Я на нем катался. Но при меньшем пробеге заметный уже шумок в коробочке есть. Причем это не шум подшипник, это не шум чего, это просто шум шестерен. Также двигатель есть какой-то, работает одним словом чуть пошумнее. Клапаночки цокают, ну клапаночки понятно, можно отрегулировать, ну и как бы немного, опять же, на мой слух, как будто слышно и работу шестерен.
Ну и один глушитель. Оно помягче будет. Ну вот, в принципе, мне как бы больше нравится и как мягко работает М66. Я, в принципе, на нем не ездил. Вот на Черном Урале я покатался немного здесь по райончику, на этом не катался еще. Ну, тоже попробую, как оно. У Черного вот у нас есть задняя скорость, а этот выталкивать устанешь. У него задней скорости нет. Ну, в принципе, вот они, мотоциклы. Каждый мотоцикл своего времени, со своими плюсами, минусами. Но, тем не менее, оба красавцы. Ну, на этом буду заканчивать. Всем пока, до новых встреч!